Всем привет! Мы на канале Дерсов лично. Вот, приехал в гости. Совсем попутал что-то. Слегка это. Подстригаем его. Так, мы открываем парикмахерскую. Я вот сейчас учусь делать прическу. Стрижку. Каре. Каре называется. Цирюльник. Андрей. Заказы на стрижку с выездом на дом. Да. Заказывайте. На украинском напишем перукарня. Шаштараска. На казахском. Так, еще на каком? На русском парикмахерская. Для себя с любовью чистенько, аккуратно. Вот смотрите, колокольчики, бубенчики звенят. Колокольчики, бубенчики, динь-дон. Господа, вот мы шерсть сняли. Теперь я засмаливаю до темноты. Потом буду обрабатывать водой и смывать. Переходим к водным процедурам. Используем обыкновенную виходку, вернее, железку для этого. Давно козел долго не мылся, вот приходится скоблить. Господа, только ножичком. Стойку, смотрите, стойку не сняла. Ну-ка еще раз. Вот так. О! Все запечатлело. Ну поехали. У нас в Казахстане с этим очень строго. Ну нельзя мясо уродовать. Топориками, мопориками. Посмотрите как. Козлик. Барашек. Разделываются. Только ножичками. Самое вот сложное вот. Первый замочек нашел и все. Потом посмотреть. Только вот. Посмотрите. Вот. Хоп. Хоп. О. С копченостями будет. Вторая часть марлезонского балета. Смотрите, даже напрягаться не надо. Ножичек сам идет. Вот. Видите? Вот. Хоп, хоп. Шейную часть. Легким нажатием. Легким нажатием. Хоп. Да. Виртуоз. Мастер-класс от Андрея Фабричева. Хоп! Ну тут. Хоп! Знали бы, сколько... Хоп! Легким движением руки. Не получилось, да? Да. Попытка номер два. Легким движением руки, кисти, ноги. Тут я вот
косточку просто не попал. А теперь самое опасное. Хоп. Делается надрез раз, делается надрез два, раз. Опа-на. Хоп. Так, господа. Кавардачок будет. И попробую сделать KFC из ребяной части. Этот способ первый раз я попробовал в Таразе. Бакер Ахмед Большой, когда барана смалят. Вот первый раз пробую, о результатах отчитаюсь. Будьте с нами. Так, мы вот сделали, посмотрите, нарезочку ребрышки. Этот, как его, хребет, вот просто присолили. И, ну, мясо, я говорю, оно очень любит воду. Оно как правильно выразиться? Мясо пьет воду, пьет. Вот, посмотрите, буквально. Раз-раз. И мяса нет. Сейчас дадим чуть-чуть и просолиться постоит. И следующим этапом. Да, муку. Я смешал с крахмалом кукурузный. Так, следующее. Я просто перемешал. Вот наше замаринованное мясо. Я еще немножечко вот перемешиваю. Ну, вообще, наверное, это будет бомба, да? KFC из козлятины, господа. Все, други мои, погнали, вот. Быстренько, раз. И раскладываем. Слой. Теперь закрываем. И погнали, остатки намачиваем. Так, господа, следующий слой тоже засыпаем мукой. Одна только мука в Казахстане подходит для этих целей. До сих пор не знаю производителя. Но скоро определюсь, я думаю. Скоро я определюсь с этим производителем. Так, и в таком виде оставляем минут на 10. Собираем наше мясо для KFC. Идем жарить. Будьте с нами. Посмотрите, живой. Живой огонь. Проверка. Это два на дегустацию. Козленок. Козел. Остались от козла рожки до ног. Наши пробник.
Пробник угадайте. Вот это вот Андрей Владиславович, а это Елена Петровна. Нет, вот это вот Елена Петровна, а это Андрей Владиславович. Нет, там кусочек маленький. Пусть остывает. Мы масло подвели под консистенцию. Консистенция. Ну, что, господа, погнали наших городских. Контроль за огнем, посмотрите, какая красота. Нежненько, нежненько. Ну и пока никого нету. Ну, люди, сочный какой. Дед-то жует. Елене Петровне сам все это пробник доворачивает. Еще и косточка там. Оп, первая партия. Даем чуть-чуть нагреться масло и будем закидывать на следующую партию. Так, ну что, господа, что мы тут имеем? Последнее. Все по-честному и без обмана.